Хей, окей, с вами Шумики, и мы продолжаем, ну как, даже смотреть, наверное, на концовки, да, игрули Элис Мэйр. Сейчас мы с вами походим, побродим, посмотрим, что еще можно было сделать. Если подходим к учителю, игра заканчивается автоматически. Дневник. Прочесть. Ага, это у нас дневник. Учителя. А как его зовут, я уже не помню. Дев. Ладно, не суть. Пойдемте наверх. Там бабочки уже нет. 101. Мы сюда вообще еще не ходили. Закрыто. Комната 101. Мы вообще там еще не были. Или подождите, или мы были, там шкаф, да, был, кажется, или нет? Летти энд Рик. Так, ладно, Летти, Челси, Джо. Блин, это мне нужно будет тоже записывать туда? Давайте Летти тогда. Рик. Ну, Рик. Мне нужно Рик энд Летти написать. Летти. Ладно, давайте Джоша. Нет, Челси. Челси. В чем дело? Движение быть. Опа, здесь номер человека по имени Клифф. Может нам Клиффу позвонить? Телефон. Позвонить. Да, алло. Не так часто мне звонили туда. Это я с Оленом разговариваю. А, понятно. Получи свои упакованные вещи. Я был признателен, если бы ты мог сделать это и за него. Я буду как раз ненадолго в то же время, пожалуйста. Да, это хорошо. Просто дай мне немного времени. До свидания. Уэй! И все. В медальоне учителя есть картинки и записка. Здесь мальчик из прошлого и девочка, которая похожа на него. И это записка. Я есть в доме, но не во время. Я есть в этом, но не в этом. Я есть внутри, но не снаружи. А еще в конце я уже. И опять я к нам вернулся. И в мопеде появился. Боже. Это записка в доме. Я тоже не понял, о чем он вообще говорит. Поэтому Алла не обессудь. Так, а че я сюда не могу ходить? Тут есть локации, которым мы вообще не можем попасть. Различные книги. Ну, а давайте, короче, посмотрю, какие есть у нас созданные в этом месте вещи и продолжим. Так, народ, я, короче, посмотрел. И я не могу ввести дневник, да, допустим, тот же Челси, потому что мне нужно их хранить. Значит, что мы делаем?
В этом листике есть подсказка. Где дом, этом, внутри. То есть это нужно играть на английской версии. И мы с вами получим ответ Дэвид. Под дневником. И это значит типа дом, Эйвер. Ну короче, первые буквы слов. Те, которые в скобке. У нас получается Дэвид. Дэвид. Я вернулся в свой собственный мир. Фиона. Зарезала себя. Были ли Фиона той, у которой был сон? Тогда я тоже должен видеть сны. Нет, я не хочу потерять ее. Пожертвовать ей. Фиона все еще спит. Демон. Здесь ее душу. Осталось не так много времени. Сейчас со всем тем, что могу учитель дал мне, я могу пойти в школу. Я довольно неохотно делаю это. Я связался с одной особенно раздражающей человеком. Его зовут Клифф. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Я молюсь о том, чтобы он оставил меня в покое. Тем вечером душа Фионы была потеряна. Я не успел. Что мне теперь делать? Сегодня я снова играл с Клиффом. Он рассказывал мне несколько интересных вещей. Мне было интересно, как все пойдет, когда он вытащит меня отсюда. Он хороший человек, очень хороший, так что... Учитель завтра уходит в отставку, похоже, у нее есть ребенок. Я собираюсь за границу. Я волнуюсь, но со мной будет Клифф, так что я должен быть в порядке. Видимо, мой роман выиграл большой приз. Клифф где-то его представил. Я немного повздорил с ним из-за этого. Я сказал ему, что если роман станет популярным, то я использую его имя, а затем ушел в свою комнату. Я ни капли не заинтересовался в этом. Позднее у меня был тоже самый сон. Но на том дне она злится. Или она страдает. Мне придется уничтожить тот сон и быстро. Там может быть кто-то другой. Как она или как я. Просто что за... Возможно, на самом деле я знаю это. Я предлагаю сначала возобновить нашу дружбу. Сколько лет прошло с тех пор, как я сказала, что мне жаль. Типа вот эти моментики, да, это тоже вот сейчас будут проходить, вот это типа титры. В принципе, это можно пропустить. А, это дружба с Клиффом нам показывают. И замечу, что это пропустить нельзя, ребята. То есть у нас идет речь о коте и зайце, то есть... Да ладно. То есть... Учитель — это кот. А его друг — это заяц, кролик. И типа, он ненавидит его из-за того, как он есть. Да ладно вам. Теперь мы разгадали, так сказать, тайну про кролика и этого кота. Да, видите, обидно, я не могу пропустить никак это. И через пробел тоже. Пакет саундов. Эх, да, смотреть чисто до концовочки. Такое себе. Дальше нам нужно будет с вами отправиться в этот. Там, где миры, где мы, у нас был с вами этот нож. Это тоже картинка с тем же учителем, по сути. Последняя. Да. О, тут еще что-то есть. Доброе утро, учитель. Посмотри еще один прошлый... А,
Посмотрите, еще один пришел сегодня. А, мы собираемся забежать, чтобы перенести их. Лэти такая же, как и всегда, готова все время играть. Челси медленно начинает разговаривать с другими, кроме того, она очень хорошо готовит. Джоша сказал мне, что нашел кого-то, кто ему нравится. Стелла выглядит такой усталой, как никогда ранее, но, похоже, ей весело. Клифф и другие люди, что заботятся о нас, все очень хорошие, всех очень хорошие. Мы ни за что бы не смогли забыть. Мы всегда думаем о вас, как о наших учителе, как о нашем учителе. Потому что вы так разрушили сон и спасли нас. Мы никогда не забудем этого. Есть очень низкий шанс на успех, но мы ищем способ. До тех пор мы будем отправлять это. Мы отправим то, что, как вы сказали, вы не знали. До тех пор, спокойной ночи, учитель. Получающая любовь. Самолетики. Загрузка. Поехали, данные 4. Так, у нас есть ножик, поехали. Ранить ключ. Замечу, что я дневник не могу прочесть их. Или я могу прочесть дневник? Ладно, сейчас посмотрим. Могу все-таки. И отвечает. Значит, она в вечном сне, и вот подробно блокнот прочесть. Так, это у нас кто? Летти, да, кажется? Летти. Нет. Прочесть. Летти. Сегодня в саду была бабочка. Я пыталась дать ей печенька, которое дал мне учитель, но, по-видимому, бабочке больше нравятся цветы. Интересно, а цветы вкусные? Они слаще, чем конфеты? Сегодня шел дождь, из-за дождя все еще остались сырым. Становится сырым. И ты не можешь играть снаружи, ненавижу его. Я поймала себе на мысль, что было бы замечательно, если бы этот дождь был весь из конфет. В любом случае, мне нужно делать домашнее задание, хотя я так сказал... Такая вялая. Я перепутала блокнот Рика со своим, и он разозлился на меня. Я не смотрела на что он там написал, но я знаю, он выглядит таким грустным. Я плохой ребенок, учитель. Мне нужно позже хорошенько извиниться перед ним. Я знаю почему. Почему я сожгла и маму, и папу, и дом. Ну, я говорила это. Просто это сделал Рик. Еще печальнее. Мне нужно быть сильнее. Учитель, пожалуйста, научите меня большему. Да. Концовочки. Ну, это получается кусочки обложки, да, у нас? Главное, фиг пропустишь. Даже эскейп не работает. Ну ладно, будем ждать. Подождите, а если мы, получается, не вошли в комнату, это не значит, что значит учитель все еще жив? Ну как, он, то есть, не спит, да? Что такое? Давайте говорить, типа, то, что мы поняли о персонажах. Допустим, они понятно то, что, в принципе, девчонку завели в лес, чтобы там бросить. Она была голодна, она была в страхе, потом она познакомилась с кем-то в темноте, это был Рик. Типа, раздвоение личности у девочки появилось.
Потом, если смотреть на игру от ее лица, когда мы были, да? Типа тот же дом из конфет, типа сказочки, сказочки. И все такое. И в конце концов она все сожгла. Где там конец? А не, картиночки, смотрите, все другие. Другая картиночка. Рик, боже, ты уже спишь? Мне тоже следует ложиться. Учитель будет злиться. Эй, интересно, сколько еще раз я смогу сказать тебе спокойной ночи, Рик? Нас двое. Концовочка. Окей, загрузка. Поехали. Ранить ключ. Блин, на одну концовку, ребят, я не смогу получить из-за одной лишь проблемы. Из-за одной лишь проблемы я не смогу получить концовку. Алый блокнот прочесть. Так, это у нас Челси, да? Челси. Очень страшно вечерами, когда все небо становится красным. Я действительно не люблю грохот. Любой. Он звучит так страшно. Учитель, вы не можете изменить цвет неба. Сегодня Лэти пригласила меня поиграть снаружи. Мы играли в цветочном саду. И тогда я вдруг увидела гусеницу на моем плече. И я вскрикнула и заплакала. Джошуа был рядом, и он забрал гусеницу. Я спросила его, что он делает. А он сказал, что коллекционирует лягушек. Будьте осторожны, учитель. Оторвалась рука Тедди. Что мне нужно делать? Я испугана. Он разваливается на части. Что если снова случится то же самое? Помогите мне. Этой ночью у меня был сон, где я видела это снова. Учитель, простите. Простите, что прошу невозможного. И к тому же так поздно ночью. Просто это больно. Я не могу позволить этому случиться. Случится ли это когда-нибудь опять? Придет ли день, когда я смогу жить с мамой и папой? Подождите, а что случилось с папой? Типа он был красный? Она убила отца своего, что ли? Ну, типа, если тогда по словам ее верить, да, она типа сказала. Он был красный, значит, она все-таки его убила. Только из-за чего она его убила? Сложно. Если про нее понятно, что она сожгла. Да, вот она сожгла дом. Искрами. У той раздвоение просто личности идет. Которая сожгла дом, да, получается. У Челси проблема, что она, получается, зарубила отца. Непонятно, что случилось с матерью. А, на стой, она тоже умерла, потому что... Типа, бабушка говорила, что это уже невозможно, что-то там. Прикольное, знаете, трек такой. Ну, как звуковое оформление, да, или трек сказать. Сколько это у нас концовок выходит? 4 у нас сейчас будет, 2 мы уже посмотрели. Всего получится 6 и одна секретная.
Секретная, потому что нужно собрать 10 осколков памяти. Ну, это я их так называю, да? Вот этих 10 осколков XXXX. И тогда мы получим еще одну концовку. Ну, у меня только их 9, я не знаю, где найти 10-ю. Я могу, в принципе, посмотреть в интернете тоже, как бы, вариант. И думаю, это будет идеальный вариант. Алис Мэр. Алис Марим. Почему я тогда убила волка? У меня не было выбора, кроме как убить его. Отец, вы все хорошо, мама? Пожалуйста, поторопитесь. Мне тоже нужно выздоравливать. Простите. Красный цвет. Лена Арели убила волка. Был ли то на самом деле волк? Бля, там только две посмотрели. Что, с ней поговорим? Давайте, ладно. Им. Ну, его понятно, в принципе. История была даже без каких-то без вступительных вот этих слов, да? Там я просто думал, она просто сожгла мать. Оказывается, нет, там она сожгла весь дом. Так, тебя Джошуа. Сегодня я нашел лягушку со странным узором на ней. Когда учитель спал, я подбросил ее в его шкаф. Думаю, ему понравится. Я также положил по одной в его стол, в его карман и на его голову. Становится холодно, так что трудно искать их. Я думал, у нас слишком много домашней работы. Почему домашняя работа причиняет такую боль? Тот ребенок, который прибыл сюда, Алан? Он кажется супер умным. Я впечатлен. Конечно, я делаю свою собственную домашнюю работу. Не сомневайтесь во мне. Моя шляпа пропала, когда я встал этим утром. Непростая задача. Я в конце концов нашел ее под кроватью. Я думал, что умру. Почему я так себя чувствовал? Почему я делал такие вещи? Что я чувствовал тогда? Я не помню, что я говорил, а что нет. Определенно лучше не говорить ничего, но они не будут смотреть на меня, если я не буду говорить, не так ли? Простите за все, учитель. Окей. Ну, в принципе, с этим все понятно, типа он... Бывал, просто врал матери. Типа, любя, да. Не говоря неправду, чтобы она, типа, удивлялась и смеялась. Хотел увидеть эту улыбку. Он врал часто. Она улыбалась, в конце концов, она... Как бы... Привыкла к его вранью, да, вот это все такое. Перестал улыбаться так часто. Потом он увидел, что отец... Похолодел. Он это сказал, она разозлилась, понятное дело, потому что подумала, что это неправда. И что это ложь, и это очень злая ложь, так сказать. Но это оказалось на самом деле так. И выдержав такого стресса, она покончила с собой. Как-то так. Но в основном картиночки тоже показывают происходящее. Это за пятна? А, это лица?
Так, у нас остается буквально одна концовка, которую я могу вам показать, одну нет. В принципе, ради одной концовки я могу быстро все пробежать, посмотреть. Только нужно понять, где находится последний кристалл. Разве Луна такая круглая? Или она такая же квадратная и треугольная? Летом нет снега? Да, это звучит верно. Кошки не такие большие, как автобус. Такого не может быть. И собаки тоже. Тебе нужно пальто зимой? Но оно не нужно летом. Тогда что насчет меня? Я был нужен ли или не нужен? Плачущий волк. Концовочка называется. Загрузить. И у нас остается последний. Последняя. У нас вышла тут даже, понимаете, на целую серию выпусков. 30 минут концовки показывали. Так, Стелла. Побежали мы к Стелле. Тут черный блокнот. Стелла. Тут в углу нарисована небольшая церковь. Много рисунков яблок. Одна страница полностью закрашена черным. Глаза учителя такие же. Смалистые черные, странные. Такие же глаза, как в том городе. Тем не менее, он дышит. Почему? Да уж. Может, она своими руками и захоронила их все. Она типа пришла, увидит, что весь город мертвый, да? И похоронила их. Да, кто знает на самом-то деле. Ну, допустим, изображение это и люди, да, которые к ней походу тянутся. Непонятно. Так, если это шприц, значит это вакцина. Потому что она все-таки это была и заражена, ну, как сказать, противоядием. Но в конце концов все равно умерли. Почему яблоки были отравлены? В чем это было связано? Бля, нужно будет добавить себе ВК музыку эту. Но нету, там еще есть другая музыка. И где с котом? Финальные с учителем. Ну, народ, давайте сделаем вот как. Я сейчас по-быстрому посмотрю, где находятся осколки. 8 у меня точно есть. Зайдем в комнату, быстро я соберу, быстро головоломки эти пройду. Не буду со всеми разговаривать, и тогда закончим уже, да, серию. Они умерли снова? Все умерли. Почему я не умерла? Почему я все еще дышу? Я буду спать. Кто-то может вновь умереть. Может быть, я следующее? Отравленное яблоко. Ну что, давайте тогда... Посмотрим, если нет, тогда я продолжу эту запись, и мы закончим на этом серию. Поэтому ждите. Ну что, народ, в принципе, я посмотрел, как получить последнюю концовку, но я ее не получу.
Я думал, сначала это нужно было собрать 10 осколков, но это не так, как мы получили эту последнюю концовку. Последняя концовка у нас получается, ну, вот эти, которые я говорю, да? Про осколки. Это когда мы с вами прочитали дневник нашего учителя Дэвида. А что насчет последней? Там довольно долгая концовка, на самом деле. Но для этого нам нужно было на все вопросы отвечать «не знаю». Либо типа... ну, типа «не знаю», так скажем. И в конце концов у нас типа где-то... помните, закрытая комната, да, просто с дверьми была, где дневник мы еще прочитали про исследование. Там должна быть дырка. Зайдя в дырку, мы увидим чешского кота. Без капюшона. Такой, типа, понял? Поняли, именно как человек, да, как Алиса. Как Аллен. Только изуродованный. Кролик и этот кот, они пожиратели душ. Он там что рассказывает про небытие, рассказывает, что Алиса или Аллен будет здесь заключен навсегда и навеки, и в конце концов мы засыпаем сном. Потом нам показывают там такие отрывочки с его родителями, ну в принципе отец в очках, мать и не очень длинные волосы. Типа они развелись, как я понял, и что-то там как-то так. И на этом закончилось все. Поэтому всем спасибо за просмотр, и серия у нас тоже уже подходит к концу. Да, еще есть достаточно много у меня игр, похожих на Alan Meyer, Magicka Castle, и... да, много всяких. На что еще было? Party Hearts. Ну, это потом мы разберем когда-то. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и новых встреч, друзья. Всем пока.